Как вам погода? Солнце светит вовсю и дождь льет, как из ведра. Потрясающе. К концу августа, наконец-то, наверное, появятся нормальные грибы. Типа белых, там, подосиновиков. Потому что лисички, одни лисички. Все лето одни лисички. Погода, конечно, чудеса вытворяет. Ну все. Голубое небо практически, туча ушла. Вон она, серая, пошла в киржач. Только намочил все. Я только собралась пересаживать флоксы, и на тебе. Так вот на природе. Вы планируешь что-нибудь, а потом бац и дождь. И все твои планы меняет. Друзья, забыла вам похвастать. Короче, мы когда заправляемся на машине, мы заправляемся либо Татнефть, либо ТНК. И там вот у них часто проходят какие-то акции. И вот в этой акции мы участвовали. Еще у них была акция летних инструментов, но мы профукали ее. И вот эта вот акция, в которой мы участвовали, и мы купили по акции два как бы мультиинструмента. Вот, в общем, они вот в такой коробке. Вообще, на самом деле, вот эта фирма, если покупать даже не оригинал, а если покупать за оригинальную стоимость, то они очень дорогие. А вот по акции у нас вышло достаточно дешево. Вот. И мы взяли секатор, вот такой вот, он раскладной, многофункциональный. И вот такой вот аппарат, тут много всего в одном сложено. В общем, если кому интересно, могу сделать обзор. Пишите в комментариях. Я вам сейчас покажу, как выглядит секатор. Вот такая коробочка, она на магните с окошком. Но здесь, по-моему, гарантийный талон. И вот кармашек, он довольно упругий. То есть можно повесить на пояс или куда-то, чтобы в саду ходить с этим секатором. И вот, собственно, секатор. Он достаточно маленький, но он вот такой вот. Он раскладывается, он тяжелый. Вот. И он, по-моему, с титановым покрытием. Ну, в общем, точно сейчас не могу сказать, уже не помню. Здесь много, помимо секатора, здесь еще целая куча инструментов внутри. Поэтому, если кому-то интересно, я сделаю отдельный обзор на два этих инструмента, которые мы приобрели. И, если интересно, также расскажу вообще, стоящие они в работе, как они себя ведут, хорошо ли режут, хорошо ли вообще другие какие-то элементы в них работают, потому что здесь есть и кусачки, и плоскогубцы, и пила, и какие-то отвертки, ну, и ножи, и вилки. В общем, если интересно, пишите в комментариях, обязательно сделаю обзор. И расскажу, как это все в деле. Хорошо или нет, работает или нет, функционирует, как хорошо функционирует. Вот. В общем, похвасталась. Так, эту самую забыла. Вот, в общем-то, если вы тоже заправляетесь в Татнефть или в ТНК, то расскажите, участвуете ли вы в акциях, и, может быть, у вас тоже есть какие-то такие приспособления. Мы хотели топорик, кстати говоря, вот в летней акции не успели поучаствовать, хотели топорик.
Вот, в этой он тоже был, но мы когда его на витрине посмотрели, он такой маленький, в общем, решили его не брать. А здесь он довольно приличный был, всего за 1000 рублей. В общем, а мы не успели. Носим вот так вот, такие вот клевые вещи приобрели себе совершенно по низкой цене. В общем, подытожим. Если интересно, пишите в комментариях. Обязательно сниму обзор и расскажу о них более подробно. Вот. Мне кажется, полезная штука. И будет интересно именно обзор сделать на них. Вот, в общем, вот так вот.